Атакар Шуадам. Винджар Аладжарш. Атакар. Гуарпети Пачарш. Харш. Сибалти Игуарш. Ма. Ул. Удамс. Винджа. Вайча. Вайка. Вайча. Салва. Атакар. Палгур. Винджа. Ладжа. Даус. Приветствую всех, кто смотрит видео на канале. С вами снова я, Иван Сусанин. Видео выходит сейчас достаточно редко, но причина в том, что я немножко занимаюсь другими делами. Вот, конечно, хотелось бы больше уделять этому времени, но есть свои недочеты. Да, когда-то я очень много проводил времени в этих прохождениях, сейчас меньше, потому что чувствую, что есть и другие очень важные дела. Поэтому, в общем-то, я не только записываю, но и так для себя играю. Поэтому, в общем-то, здесь не может быть каких-то отговорок. Так, ну я думаю, пойдем дальше. Почему нет? Тут неизвестная территория. Я думаю, что каменное кострище Галу. Сложно среднее. Вот сюда вот можно сходить. Через буквально по этой дороге откроется очередная огромная территория. Мне хотелось бы все-таки узнать, что, как, насколько большая у меня территория принадлежит мне. Захватим костер и пойдем дальше. Полное прохождение игры. Может быть, не все является интересным, но тем не менее для меня эта игра... Что-то где-то тут тоже сверкало. О, труп. Я же у него, по-моему, подбирал. Для меня это достаточно интересно. Так, давай посмотрим, есть у нас какие-то в тайниках еще вещи. Так, заполнено, заполнено. Тут таких деревьев нету. Редкого не особо много чего. Да, мясо можно насобирать сейчас, как бы хотелось бы побольше. Редких ресурсов нету, но тем не менее, ладно. Пойдем, может быть, дальше придем куда-нибудь дальше, тогда я смогу, ну, там дорога, добиться более... Рука обожжена лежит, прикольно. Так, а тут я вообще пройти не могу, нет, вообще, как бы, ну, как бы, блин, я боюсь, что тут перехода нету. Придется обходить, наверное, задним путем. Почему-то людей как бы нет, куда все делись. Ведь были же они, когда я в прошлый раз выходил из игры. Может, они боятся моего тигра? Не исключено. Прохождение полное, без склеек и вырезок в основном. Поэтому, в общем-то... О, тут... Давай ступай... А, я же внизу был, да? Можно попробовать. Что там? Так. Ага. Это та дорога и есть. В принципе, ничего такого. То есть мы там были в прошлой серии. Заходили туда, смотрели. А здесь мы пойдем по прямой дороге. И именно я хочу подойти до костра. Тут барсуки. Барсуки — это довольно страшные существа. Они довольно опасные. Порой даже медведь не так страшен. Только лужа, что ли? Порой медведь не так опасен, как этот барсук. Он такой живучий, такой мощный попадается. Да. Интересно, много я еще не открыл всяких разностей здесь в игре, хотя сыграно уже достаточно много времени. Еще даже половины карты, я думаю, не открыто, да, в нашем... Да, на самом деле карта кажется огромной. Но вот тут, наверное, конец. Ясно, что здесь нет дней, да, выживания, поэтому, следовательно, выживание может продолжаться бесконечно долго. Да, но мы дойдем до конца. Я, по крайней мере, решил, что эту игру я обязательно должен пройти, по крайней мере, потому что мне она нравится. Нравится в ее играть. Конечно, можно без записи
просто играть самому, как я некоторые игры заканчивал, которые имели мало просмотров. Где мне я хочу все-таки? Ух, дойти ее. Надо же что-то проходить на самом деле. Вот, еще один спуск. Тут просто масса этих спусков, но нам туда спускаться не надо, в долину мы пойдем по дороге. Кстати, а где дорога? Я что-то так и не... Вот она, вот, да? Вот дорога, она идет. Звуки животных. Да, нужно собирать больше деревьев. Как-то я не вижу тут особо их много. Вот. Поэтому... Айха. И сланец. Можно подальше отойти, чтобы какие-то новые особые ресурсы использовать, находить. Тут я вообще не знаю, какие страшные животные мне могут еще попасться. Давайте посмотрим вот отсюда. А, какой-то сланец лежит еще. Так, это спуск вниз. Да, смотри-ка, тут долина целая образовалась. Я спустился с гор, получается, сейчас. Будем надеяться, что мы тут что-нибудь найдем. Так, надо посмотреть, что это за сланец. Обычный, да, наверное. Ничего особенного. Поэтому камни здесь. Тут это другая земля. То ли глина какая-то, то ли что. Вот это что? Или... Скорее, это глиняная земля, наверное. Так, что у нас насчет красных растений? Нам они не нужны. У нас их полно. Да, пока я в безопасном месте, я думаю, можно поизготавливать что-нибудь, что нам было бы нужно. Вот я говорю, деревьев тут очень много надо. Так. Тут у нас все, тут у нас все, тут у нас все. Ладно, более-менее. Давай собирать деревья. А тут ее много. Их. Так, ответвление идет. А нам нужно как раз не по ответвлению идти, а по прямой дороге, да? Нет, посюда. Посюда я иду. А костер у нас, кстати, с этой стороны. Мне хотелось бы вот сюда сходить. Неизвестная территория. Тут, наверное, пещера. Надо будет опять попробовать входить в эту пещеру. Так, есть враги. Тут по-любому нету наших, поэтому здесь, скорее всего, только вражеские территории. И поэтому... Хотя нет, подождите, у нас же тут захвачена территория. Поэтому эта территория, по идее, это наша, но опять новое что-то нашел. Грызь рыба? Да, интересно. Так, как-то все ниже и ниже иду. Сколько тут? Как долго это будет? Кстати, надо было вверх, вон туда подняться, да? Получается. Вон там у нас где-то костер. А я его проскочил, видимо. Удивительно для себя. Я его просто проскочил. Можно забраться наверх. Далеко сижу, высоко гляжу. Так, стоп. Я новое место нашел. Как-то тут мрачно. И высоко. Тут довольно безопасное, мне кажется, место. Самое такое охренительное место спасения от... то есть самое такое место, где можно защититься от врагов. Определенная вершина. И с вершины гораздо легче защищаться, чем снизу. Но я тут не вижу никаких страшных животных, которые могли бы на меня напасть. Опять же нету места. Вот здесь у нас костер.
Много крови, как всегда. Так. А где у нас сумочка? То ли она наверху где-то висит, то ли внизу. Не совсем уехал, где она. Разжечь костер. Пусть горит. Пусть даже днем, но пусть горит. Так, тут что у нас есть? Из редких ресурсов. Угу. Все, больше ничего нету. Ого. Так, а где же... Где же этот тайник? Я его не вижу, он наверху или внизу? Может быть, он внизу как раз находится где-то по территории. Не исключено, что это так. А, вот он. А, это ольха опять. Да, сначала насобирал, а потом вспомнил о том, что у меня алхи много. Ольхи. Алхи. Так, я пошел. Я, по-моему, обратно пошел. В обратном направлении. Мне бы не хотелось. Так, ну давайте тогда, может, все-таки пройдем вот до этих вот мест. Блин, все дальше и дальше открывается карта. Мне это нравится. Хотелось бы посмотреть еще на многое, что-нибудь новое. Пока ничего такого нету. Так. Слава у нас заполнена. Все, больше не надо. Хорошо, пойдем. Тут никаких диких животных страшных нету тут вообще. А вот медведь дальше будет, да? Оу, шерстистый носорог, тоже опасное животное. Так, а это кто? Обезьяна? Я, по-моему, обезьяну ничего не встречал. По крайней мере, я не помню, что были какие-нибудь обезьянки. Ладно, пойдем. Все очень интересно. Я вообще люблю природу разнообразную. И здесь вполне можно наблюдать то, что происходит в других странах, где я не бывал, допустим. Так, здесь чье-то... Это кто? Место. Так, это еще один сланец. Такой же, да? Или нет? Или другой сланец? Нет, такой же сланец. А, там же не сланец, да? Там какие-то другие материалы. Так, я слышу звуки врагов. И я вижу уже где-то недалеко вполне возможно место обитания людей. Это люди или кто? Это пещера, скорее всего. Еще одну пещеру встретить всегда рад. Вау, там закрыто что ли? Нет, тут кто-то был недавно. Потому что горит дом Каша-тигри. Кто такой Каша-тигри? Лиха полная. Кто такой Каша-тигри? А нифига, тут не пещера. Я вижу, что тут есть. Тут можно поджечь. Чтобы попасть внутрь. Так, тут еще где-то есть тайник. А, мы видели это. Альха. Хорошо. Нет, тут не глубокая пещера. Тут, похоже, просто так. Место для складирования вот этого. Чего-то кто-то тут был недавно. Подожди, а как разбить? Вот так. Шкура редкого ягуара. Редко красный. Ух. Интересный тайничок. Хорошо, пойдем дальше. Так, следующий ход. Давайте еще сохранимся, там ягуары идут.
Я хочу определить, где у меня край территории. Все-таки мне интересно это. И можно попробовать все-таки будет захотеть каменно-костище Галу. Так, я пришел оттуда, да? Нет? Правильно? Нет, я иду туда, наоборот. У меня такое чувство, что где-то тут ходят люди. Как будто я слышу голоса. Там даже медведь должен быть. Давай-ка лучше луком попробуем. Против медведей. Кстати, у меня есть зеленых. Место для зеленых листьев. Нет места. Ни на что нет места. Вот они какие большие деревья. Красотища. Так. Там еще сланец. Спускаемся вниз. Да. Давай-ка вон там вот попробуем найти костер. Ух ты. О, там кровь. Кровь, это уже интересно. Что это за место такое? Так, костер вон там наверху, да? Паутина? Интересно, что за такое место? Костер, найдем на кострище. Пойдем наверх. Паутина, первый раз вижу. Что это означает? Или это не паутина? А мне интересно все равно. Прочно и изготовить ловушку с кальяном. Я здесь могу сделать ловушку. А для чего? Так, еще могу сделать, да? А давай их наделаем тогда. Если я могу, почему бы нет? Может, это для чего-то надо? Может, это защита от каких-то страшных животных? Так, тут ничего нету. Да, все цвета у меня есть. Редких красных листьев просто не хватает. А так все вроде бы в наличии. Так, вот здесь у нас еще одно кострище. Странно, никаких животных, никого нету. Врагов я вообще здесь не вижу никаких. Тут довольно неплохое место, такая прикольная оборонительная территория. Что, мне кажется, стоит сделать укрепление, может быть, против кого-нибудь, кто может быть не опасен. Может быть, я пришел сюда слишком рано. Может быть, не исключаю этого. На обезьянку хотел посмотреть. Давай дойдем до обезьянки, посмотрим. Кстати, вкусная еда, мозги обезьяны, по-моему. Тем более в те времена. Думается мне. Так. Здесь у нас ничего нет. Вот ягуары появились. Я слышу. Так, а мартышки дальше. Ну ладно. Давай сейчас будем получше защищаться от этих ягуаров. Так. Там кого-то уже убили. Я вижу труп. Труп какого-то животного, непонятно какого. Очень много деревьев.
Это же обезьяны и есть. Мотышка. Так, интересное место. Так, здесь свободно, просто офигенно. Почему здесь нет никаких, никакой жирности? Так, есть игла. Только попадись. Только попадись, белые кошки. Хоть бы что-нибудь полезное сделать здесь. Вот, вот они, мартышки. Давай убьем одну. Для чего я ее убил? Я такой злой. Я думаю, что я не такой злой, но просто мне было интересно. Так, обезьяна, мартышки, 5 мяса. Просто было попробовать интересно. Так что вы на меня сильно не серчайте, что я убил мартышку. Кстати, это конец территории. Я, похоже, сегодня обследую здесь всю местность. Наверное. Ну, по крайней мере, этот, эту долину. Довольно огромную, обширную. Давай по краю карты пройдем. А интересно, есть здесь где-то пещеры, которые ведут туда. В сторону. Они нападают, между прочим, иногда, периодически. Так, там какая-то вода. А, ну вот это, грызрыба там живет. О, там кто-то есть. Не исключено, что там враги. Блин, какая красивая местность здесь, а? Офигенно, я просто офигеваю от этих территорий. О, там враги. Я вижу их. Спасти Виджа нужно. Убил. Спасай! Спасай! Черт, не успел! Кошара, блин! Собаку убила я. Убила! Елки! Я-то надеялся. Так, где-то здесь есть. По-моему, змея. Ты знаешь, где змея? Я ее слышу, но я не вижу. Вон она. Не люблю змей. Промазал. Есть. Жаль, что из них ничего не выпадает. Кожа, по крайней мере, змеиная. Так, а там вот прям какой-то спуск идет, смотрите. Блин, я бы здесь жил. Но тут, видите, тут кошары эти страшные ходят. Темнело совсем. Ладно, продолжаем исследовать долину. Где он? Там их две бегают с синими глазами. Ладно. Давай вот так сделаем. Так, здесь я вижу какие-то трупы. Так. Этот есть. Да, он тут тоже обследуем. Волки. Ты рискнешь? Что, он меня добил? Падла, он меня убил. Охренеть. А я не обратил внимания, что у меня жизни-то мало. Блин, где я возражусь? И что, все сначала надо устанавливать
жутко. Заново придется устанавливать все эти ссылки. Странно. Так, ладно, пойдем тогда дальше. Я не пойду туда, я пойду вот через эту территорию. Для этого нужно отвернуться. Черт. Ну, я думаю, что можно вернуться назад. Я думаю, что вот это вот... Давайте вот сюда вернемся, я думаю. Можно я... Так, я хочу вернуться сюда и обследовать до конца эту территорию. То есть нам нужно вернуться назад. Следовательно. Так. Надо, я думаю, поспать до утра, по крайней мере, потому что... Вау. Сколько там огня. Кто это сделал? Не, ну я думаю, бесполезно ставить эти ловушки, раз они при каждом возрождении умирают и исчезают. Пойдем тогда обратно, посовернемся, все. Я думаю, без происшествий я дойду. Так что немножко можно прерваться. Кстати, я нашел руку очередную. Где-то здесь. Неожиданно для себя. Рука дальше. Очередная. Так, рука дальше. Еще три для того, чтобы получить награду. Хорошо. Так, ну все, я придумал, куда я пойду. На самом деле, я пойду вот в это место. Сейчас попробую захватить ее. Опять же, идем ночью. 100 метров. Здесь довольно мило. Так, а как туда добраться вообще, если по существу смотреть? Надо идти по дороге, наверное, да? Ага, с этой стороны не дойдешь. Придется идти в обход опять. Опять же придется идти в обход. Ну ладно. Звуков много страшных, но существ страшных я не вижу вообще. В ночном лесу звуков так-то, конечно, много, и я думаю, что стоит топиры побывать здесь. От каждого шороха, да, если вы окажетесь в одиночестве в такой местности. Как вам кажется, нет? Мне почему-то кажется, что оно такое и есть. Так, там есть вражеский лагерь, скорее всего. Подожди, это же мой лагерь. Я же его захватил, это не тот. О, я иду сейчас, короче, вот так вот, с этой стороны. Я хочу пройти, точно, это же мой лагерь. Я немножко путаюсь. Путаюсь. Так. Пошли. Ночные звуки вызывают... Нет, я пойду все-таки вниз. Мне хочется проверить эту долину всю. Так или иначе. Да, это мой остров. А почему я так невнимательно к этому отнесся? Доступный ежедневный ресурс. Видимо, утро наступило. Так. Сигнальный костер камня Галу. На самом деле я здесь не был. Я ошибся. Здесь враги. Так, а могу я... Сколько их тут, интересно? Много их, нет? Попробовать... Знаете, что сделаем? Сова, ты мне скажешь, сколько их тут? Тут их, по-моему, всего два. Всего два. Ну, три. Попал? Убей его. Есть еще кто? Еще кто-то есть? А, вон он. Ну, ты его, я думаю, ты его завалишь. Вау! Казалось, он что-то сделал такое. Наверное, костер, чтобы захватить его. Это какой-то шаман. Да, давайте сразу зажжем
костер, потому что это будет самым важным делом. Так. Чтобы захватить точку. Почему я не могу поджечь? Вот так вот. О, да. Вот это самая главная территория. Так, костричек Галу. Заходите, свинами костер. 60 очков опыта получено. Численно увеличилось еще. Это меня радует. Так, хорошо, давайте исследуем до конца эту территорию. Потому что эта долина мне нравится. На самом деле, я бы всех жителей переселил именно в эту долину, чтобы они жили именно здесь. То есть не шли где-нибудь там, то есть не тут в углу жили, а именно жили вот в этом месте. Ну тут, конечно, есть страшные существа, но не так много. Так, я получил очко навыка очередное. И теперь у меня появилось больше возможностей получать бонусы. Так, я могу. Низкий старт. Убей овшарь. Оживить зверя. А оживление вырученного вами зверя требует меньше красных листьев. Понятно. А восстановление сил. После атаки совет для восстановления 65 секунд вместо 80. Классная штука. Смотрим еще. Стрелы 2. При изготовлении стрел позволяет создать 2 стрелы 4 вместо 2. Нет, не то. Перезарядка лука на бегу. Тоже нехорошо. Тоже не хочу. Наездник на мамонте. Разблокировано. Подойди к молодому мамонту и удержите Е, чтобы забраться ему на спину. Атакуйте врагов. Вау! Вот эту штуку я хочу. Я хочу кататься на мамонте. Я обязательно сделаю это, когда буду способен. Так, давайте до конца исследуем. Почему она открылась? Фильтр. Кстати, тут это еще не конец территории. Тут, похоже, есть еще пещера Шанме. Нужно сюда идти. Я хочу сюда еще дойти, посмотреть, что у нас тут есть. Сколько до туда идти? Где она? Я не вижу. 400 метров. Так, по прямой дороге мы не пойдем, но пойдем по дороге опять же. Самое безопасное место чаще всего бывает именно дорога. Я не туда, похоже, свернул. Вот сюда как-то идти надо, наверное. Ух! Как приятно захватывать новую территорию. Так, здесь так просто не спустишься, да? Ну давай съедем. Надеюсь, я ногу себе не сломаю. Так, я спустился вниз. Вау, прикольный проход. Это вот как раз вверх. Нет, тут с этой стороны не пройдешь туда. Ну так смотрится тут прикольно тоже. Сам по себе этот вид офигительный. Да, в этой долине я хотел бы жить. И при помощи охотников избавился бы, может быть, от большой численности ягуаров, если их тут слишком много. Если нет, то пускай живут, потому что популяция, она должна сохраняться какая-то. Нельзя истреблять животных в полном объеме, сами знаете сейчас, да? Природа требует гармонии. В полном объеме нельзя ее уничтожать. Так, ну дойдем до этого места, и я хочу все-таки... Ага, тут еще камень какой-то. Я не знаю, это финиш или нет тут. Кажется, нет. Кажется, территория очень большая здесь еще. Ну ладно, давайте дойдем до туда сначала. А там дальше будет видно. Здесь, мне кажется, это более безопасно. По-моему, медведь это был. Или это носороги там? Тут медведей нет, кстати. Это носороги. Он, наверное, сразу завалит, да, моего тигра, если я на него напущу его. Что-то я даже рисковать не хочу. Можно было бы где-нибудь засеяться здесь. Тогда бы можно было попробовать атаковать этого носорога. Так, что у нас тут есть? Шкура саблезубого тигра. Шкура ягуара. О, круто. Кстати, дома меня ждет улучшение какого-то. О, тут тоже пожрали всех.
здесь жили мирные жители, скорее всего. Да. Так, куда я иду? Я пошел не по той дороге. Блин. Черт. А как сейчас туда тогда вниз? Ладно, попробуем пройти посюда. Может получится? У-у-у. Да, можно. Можно спуститься вниз. Так, там какая-то дорога. Она не та опять. Тут ягуары ходят. Это опасно. Так, я уже рядом. Меньше 200. Они боятся моего тигра. Не так сильно нападают. Потому что есть страх у них. Если бы у меня было животное, не такое. Так, я слышу, кто-то змею. Вот она. А что ты попасть-то не можешь, а? Есть. Отлично. 5 хп. Всего лишь. Естественно, носорог, я все-таки побоюсь рядом с ними ходить. Это тебе не мамонт, который безобидный. Опять места нету, все заполнено. Так, я нашел, пришел к этой дороге, которую я должен был идти первоначально. Сегодня довольно безопасная у нас такая прогулочка получилась. Я так быстро прошел. Вот он. Где тропинка? Тропинку-то я вообще не вижу. Вот это? Она? Какая-то не факт, что стопроцентно. Какая себе дорожка? Так, я нашел какое-то новое место. Пещера Шанмы. Пойдем посмотрим, что за пещера. Или ладно, давайте оставим это на следующую серию уже. И будем исследовать его после. Ух ты! Тут водопад. Охренительно, туда можно спуститься. Да, я думаю, на следующую серию оставим это. До новых встреч, увидимся позже и будем проходить эту игру. Там костер горит? Черт. Ну ладно, не хочу рисковать. Пока, ребятки.